Приветствую. Я затонировала волосы. Не знаю, по какой причине. Все равно, может, чаще голову мы моем летом или что. У меня практически все, весь мой окрас, тонировка смылись практически. Ну, вот на челке как-то осталось, а вот вообще тут все. Волосы пустые. Я приобрела вот такой бальзам. Он, к сожалению, бывает только, по-моему, кстати, для блондинок тоже. А может быть и вишневый какой-то. Там уже какой-то каштановый. У меня вот карамель. Я его держала недолго, потому что когда нанесла, уже поняла, что он будет окрашиваться в такой, ну, не как какой-то коричневато такой холодный цвет, а все-таки это теплый оттенок. Теплая коричневая тона. Но он не коричневый, а такой, я не могу вам объяснить, как цвет карамельки и риски. То есть он просто мне отлично поухаживал, немножечко подзабил все-таки длину. Но вот подумаю, может, я его буду использовать с таким каким-то, приобрету фиолетово-сиреневатый. И то есть будет такой у меня шоколадно-фиолетовый оттенок. Есть даже такие оттенки в дорогих очень масках. Это стоит что-то порядка 150 или 160 рублей. 200 миллилитров здесь. Вот по запаху единственное скажу. Такой, знаете, я не знаю, как вам описать. Ну, в общем, все равно вот эти все бальзамы окрашивающие, ну, этот вот не так противно пахнет, но все равно пахнет немножко как такой, какой-то красочкой. Все, в общем, либо я все-таки пока отказалась, но я не знаю, не могу подобрать, такой надо сильно, наверное, что-то фиолетовое. У меня корректор для волос такой синеватый, вот что-то либо приобрету, либо смешаю, покажу, ну, прямо в мисочке нанесу, подержу. Но это выход, так, он еще с орган, с маслом органы, кокосом макадамии. Очень волосы гладкие были, вот прям, когда я только-только сделала, прям заламинированные. Мне даже захотелось все посеченные кончики здесь лисенькой так тихонько убрала. Это все, что у меня, вот это все, представляете, у меня отросшая челка была. Вот. Кончики тоже я подровняла. Здесь тоже у меня такой, как каскада, можно сказать. Уже со всех сторон, в общем, сделала симметрично. А я сейчас к тому, к чему. Вот я сейчас ухожу в отпуск, вы тоже так же, допустим, идете в отпуск. Не портите красками, просто затонируйте, подберите себе оттеночек. Не тоникой ни в коем случае, каким-то хорошим, вот таким. Вот это, я считаю, неплохой от фирмы Vella. Это не реклама. К сожалению, ничего не имею на канале с рекламой чьей-либо продукции. Мне понравилось. Качество волос супер.